Какая-то фирменная. Сегодня 50% скидка. Сейчас я померяю. Посмотрю. Вот это такая симпатичная. Цвет красивый. Это я просто взяла посмотреть. И винтаж, и винтаж. Прикольно. Это с затяжками. Уже увидела, когда пришла в раздевалку. Интересно. Но сейчас все равно померяю. Нет, не мою. Кальпончик. Я в нем, что она большая. Как-то она меня толстит. Ясно, что не сегодня, не завтра. Делай. Я просто говорю, это как там. Цена сегодня 380 рублей. Я подумаю. Мясо выходит свеженько. Всегда нужно. Кончик натуральный. Все, наверное, что совершенно ново. Даже еще ниточки на ней. Сейчас отложат на 3 часа, я ее приеду, заберу. Если говорить, мне покажется, один на завтра вылетает нам платформу день, небольшие осадки, температура воздуха. Мы продолжаем этот заказ и продолжаем на... 380%. Ума. Что случилось с моим телефоном? Ну, какое здесь ископаемое нашла. Что случилось не на улице, а вблизи. Бывает иногда. 330 пополам. Такие люблю. Люблю такие. О, кстати, видно? Видно. Это я и смотрю, цена очень даже сегодня. Сегодня 140. Вот это еще хорошо. Хорошо. Сегодня в этой фирме много. Сейчас интересно, классная какая.
хотя бы сейчас точно что-нибудь на откладывание. 1500. Классные какие. О, да, сейчас уже весна идет. Все такое блеклое. Что последнее время убирают у нас плохо. Тут, о, наконец-то я хоть раз попал на скидку 20%. Поговорю, покуда. Классно. 660. Ух ты какая. 660, где-то 500. Где-то 500. На тебе. Ой, какие штанишки классные. Ой, мой маленький. Классные какие. Джинсы, они все на меня мало. Смотреть любимые фильмы и программы, не забудь перейти на цифровое телевидение. Благодаря новому сигналу изображение станет более качественным. Если телевизор является аналоговым, для перехода необходимо приобрести специальную приставку. Отмечается, что в настоящее время зрителям доступны 20 бесплатных каналов. С вами был Денис Орлов. Вот так долго уже с биркой. С пакетом комфортных опций для Ford Focus и Ford Kuga. Окей, Ford. А ты Ford Focus Ultra. Окей, Ford. Чем-то было уже 940. Надо приходить почаще. Классно. В этот секунд я прихожу с сумки посмотреть. Конечно, сильно не поснимаешь и не поговоришь, потому что прям следом подходят девочки. Я понимаю, что, конечно, люди могут портить и воровать, но не поснимаешь из-за этого. Какая классная, люблю такие вещи. Безымянная, правда, была. Ну, тут обычно все фирменное. Обувь, как всегда, шикарная. Обувь всегда шикарная здесь. Плохое качество, но в другое место отправляю. Помните этот платочек? 170. Но он и тогда, по-моему, был 170. И сейчас, если минус 20%. Из магазина 2 свитерка. Позвонили, сбили меня с записи. Придется заново. Таких интересных попалось мне. 620 на 90% скидка. Что? Не получилось мне поснимать, как я хотела, потому что как только подношу, они уже поняли, запомнили меня девчонки. Начинала прям спину дышать. Следом идти. Очень демонстративно показывают мне, что они не запомнят, что я снимаю. Как-то ничего не говорят. Ладно, буду идти домой. Ну, в общем, не удалось мне поснимать так, чтобы я могла комментировать. К сожалению, совсем невозможно. Потому как, ну просто, продавцы идут следом. Пятка в пятку, носок в носок. Нос в нос. Невозможно. Я, естественно, не могу. Примерочной там такой нет, чтобы прям взять. И вещи все такие классные. Но даже смысла нет. Я же не могу брать каждую вещь и
там 5 штук или 3 можно, не помню. И нести. И нести в примерочную. Поэтому, конечно, не смогла поснимать. Где-то приходилось просто выключать и крутить телефон так, чтобы показать, что я не снимаю. Я ничего не снимаю, а просто рассматриваю, потом опять возвращаться к этому не совсем удобно, не совсем с руки. Поэтому не знаю, настроение прямо у меня испортилось от того, что я не смогла как следует поснимать, посмотреть. И хотела еще в один заехать секунд, но вот сейчас иду и думаю, потому что время потратила, а снять как следует не сняла. И ездить приходится на маршрутках. Это все время как бы. Ну и в общем-то маршрутки платные, так сказать. Просто для прогулки не совсем как бы получается выгодно. Ну сейчас я подумаю. Что-то тут в объявлении. Шок, цена 20 рублей единицы. Сейчас посмотрим. Так, я же хотела рубашки посмотреть. Thank you.